нужно взбить свежие сливки. Дальше нужно добавлять понемножку сахара и продолжать взбивать. Вот я, значит, сливки взбила с сахаром. Теперь, значит, их нужно переложить в кастрюльку, смоченную холодной водой, и поставить на огонь. Это нужно для того, чтобы они не подгорели, сливки, иначе они сразу подгорят. Значит, вот я уже газ включила, на огонь поставила, их надо без конца теперь помешивать вот именно таким вот веничком. Огонь должен быть небольшой. Вот я их довела до кипения. Они поднялись. После того, как они начнут закипать, еще помешать минуты две. Вот они у меня уже больше не поднимаются. Вон даже видно, что они пожелтели, сливки. Все, огонь выключить. Значит, вот я эту сгущенку перелила уже в чашечку. Она еще горячая. И вот такой вот у нее цвет пока что. Смесь остыла, теперь ее нужно взбить. Вот сгущенка готова. Когда будете взбивать, нужно ее немножко взбить, а то она будет слишком густая. Если у вас получится слишком густая, можете опять поставить на огонь и вот так вот помешивая, чтобы она у вас опять разжижилась. Значит, если вот эту массу сливки, взбитые с сахаром, проварить подольше, до загустения, то, значит, потом получится вот такая вот масса, она как пластилин. И, значит, с ней можно делать украшение на торт.